кажется, что с Кирком Джонсоном он разобрался очень быстро и очень жестко. Сейчас очень важно не пропустить. Набраться терпения. Он выглядит раскрытым. Он поддавливает. И он, конечно, ждет броска Сандерса, потому что Сандерс, его длинная атака, трехударная комбинация левый, правый, левый, всегда вот невероятно опасна. Нельзя драться, нельзя. Не нужно идти в размен. Нужно вытерпеть, нужно дать вымахаться Сандерсу. Здесь очень важный момент. Кто возьмет бой под контроль? Виталия сильная правая. Главное не промахиваться. Лучше немножко легче, но быстрее. Оу. Атака Сандерса. Видно, видно то, что делает Виталий, к сожалению. Сандерс прекрасно помнит уроки, которые преподал Кличко Льюису. Его атаки издали. Его быстрые удары справа, они, может быть, не были такими увесистыми, как у Льюиса. Но недаром Виталий вел по очкам тогда. И Сандерс понимает. В опережении пытался ударить Виталий сейчас. Нельзя подставляться, нельзя. Сандерс сейчас будет выкладываться полностью. Сандерс вообще бесхитростный парень. Он сказал, что я терпеть не могу драться в ринге. Я стараюсь ударить и побыстрее убраться оттуда. Пропустил, нельзя уходить по прямой от Сандерса. Держать надо. Держать его. Не было нокдауна. Не было, говорит рефери. Вы же не представляете, что творится в зале. Скакивает с диким ревом публика. Здесь же с яростью болеют как за одного, так и за другого. Трансляція за підтримки торгової марки «Чернігівське» українського партнера братів Кличко. Вот тот самый ответний удар слева, которого следовало опасаться. Самое опасное идти по прямой от Сандерса. В общем-то, опасно от любого бойца идти по прямой, но Сандерс обязательно догонит. Я понимаю. Тут уже все ясно, какой тактики будет придерживаться Сандерс. Он будет тянуть на себя Виталия. Он будет отвечать. Он очень быстро стартует. Остановить его очень сложно. Можно только точным ударом справа. Выходить на среднюю дистанцию тоже достаточно опасно. Надо либо отрываться, либо идти. Идти к нему и хватать и держать его. Нужно
дотянуть до пятого раунда. Сандерс не выдержит этой методичной, длительной бомбежки. Да, у Виталия есть недостатки, о которых без конца твердят местные аналитики. Что он однообразен, что он механистичен, что он не гибок, но он настойчив. И гасить Сандерса неплохо бы, конечно, ударами в туловище. Здесь нужна комбинация правый-левый-правый. Быстрая комбинация. Ни в коем случае нельзя задерживаться возле Сандерса. Все, что делает Виталий, он делает правильно, кроме одного. Остается после своей атаки. Сандерс как раз относится к той породе бойцов, которые очень опасны в связи с тем, что они жестко бьют и уверены в своем ударе и очень быстро скисают, в смысле выносливости. Он вкладывается в каждый удар. И если Виталий останется на ринге к пятому раунду, то к шестому Сандерса может не остаться. Я вообще не любитель предсказывать и боюсь забегать вперед. Здесь все может быть. Кто устал больше? Вот вопрос. Наш телевизионный партнер Panasonic Giga Cinema. Реальна можливість відчути себе поруч з рингом. Сандерс из тех бойцов, которых очень трудно взять одним ударом. Самая простая и в то же время самая эффектная комбинация, эффективная, я бы сказал, комбинация, это начинать справа и правой же заканчивать. Любой удар справа по любой траектории должен начинать атаку и заканчивать правым же ударом. Потому что Сандерс после пропущенного правого тут же бросается со своим сильным левым и может нарваться. У Сандерса, я бы сказал, жирок на поясе. Надо помочь ему устать. Удары в туловище, конечно, Виталий при его росте 201 сантиметр, ему гнуться под противника очень сложно. Но нужно. В туловище надо бить. Так и хочется крикнуть, но перекричать зал здесь невозможно. Сандерс пятится уже. Пятится, и, в общем, любой удар в туловище поможет ему сбросить скорость. Начинает уже возмущаться. Сандерс включил заднюю скорость, как здесь принято говорить, на своем велосипеде. В принципе, это обманчивое положение. Он, ясное дело, выжидает. Выжидает, потому что он понял, еще несколько промахов. Нужен темп. Не знаю, сможет ли Виталик сейчас взвинтить, как он себя чувствует, в каком состоянии. Но темп нужен. Сандерс пошел в атаку. Сандерс
Правильно, правильно, правильно. Льюис вскакивает на стул. Это же его друг на ринге, Кори Сандерс. И он очень надеется на победу. Хорошо, еще бы. Вот это действительно бой тяжеловесов. Сандерс выкладывается полностью сейчас. Полностью. Ринга не слышно. Видите, даже я сказал. Гонга не слышно, понятное дело. Тяжелее всего сейчас Володя Кличко. Я представляю, какой сейчас прессинг психологический выдерживает оба брата, но Виталию легче, он действует. Чернігівського з первинним нефільтрованим смаком. Налийте більшу частину пива у спеціальний високий кухоль, решту збовтніть у плясці, піднімаючи натуральний дріжджовий осад, і долийте. А коли піна ледь осяде, пийте великими ковтками. Пиво біле, нефільтроване, справжність первинного смаку. Любий, подивимось сьогодні разом футбол. Я й пиво купив. Богдан Іванович, дорогенький, втомились. Ось, розслабтесь. Мамо. Тато, я сьогодні у творі написав, що хочу бути схожим на тебе. Всі вже знають про нову пропозицію UMC Para. Підключайся до UMC та отримуй другий номер безкоштовно, без авансу і щомісячної вартості пакета. Кому він дістанеться? А ще телефони з акційними цінами. UMC. Ті речі так, як Gillette Slalom Plus. Удосконалена бритвена система для гладкого гоління. Рухома голівка з подвійним лезом повторює контури твого обличчя. Плюс нова зручна ручка з еластомеру для більшого контролю над процесом гоління. І головне, за доступною ціною. Усе пройде гладко. Gillette Slalom Plus. У нас багато спільного. Ми вираховуємо кожен крок. Суворі правила і високі вимоги. Все під контролем. Оптимальні параметри. Ось чому ми разом. Норд. Твоя техніка, твій характер. Дюрасел або звичайні сольові батарейки. Дивіться, Дюрасел продовжує працювати, а звичайні батарейки вже виснажені. Що б вони не робили, Дюрасел завжди перемагає. Дюрасел працює до 10 разів довше. Візьми участь у новій акції від Дюрасел. Отримай круїз по 10 країнах та інші призи. Вивіряючи кожен крок, аналізуючи кожну дію, зважуючи кожну ідею, одержуємо точні рішення. ДВТ. Ні.
реальності. Кредитування купівлі автомобілів. Правексбанк. Низко пришелся, к счастью, этот удар слева. Еще пару раундов. Еще пару раундов. Если Виталий будет хорошо дышать, Сандерсу придется туго, я уверен. Конечно, очень важно, как бы, вот это исходное положение прочесть заранее, из которого Сандерс атакует. Причем он делает ведь это очень неприятно для противника. Обычно боец перед атакой хоть незаметно, но группируется, подсаживается, оттягивается. Сандерс атакует из прямой стойки. Вот как он стоит, откинувшись, так он и может атаковать. Причем бьет очень жестко и очень быстро. Вот проблема в том, что, конечно, темп, который нужен сейчас Виталию, сможет ли он сам этот темп выдержать? Да, вот цель, которую нужно просто преследовать постоянно. Нужно бить. Бить в туловище, бить в живот, бить под руку, под правую руку Сандерса, по печени. Нужно его остановить, нужно, чтобы он скис, выдохся. Такой темп выгоден Сандерсу и не выгоден Виталию. Несколько однообразно, конечно, но, в общем-то, простые ходы в этом бою, конечно, самые лучшие. Нужна длинная атака, конечно. Да, и тянуться нельзя. Сандерс, видите, действует по определенному шаблону. Он оттягивается в первой половине раунда и обостряет концовку. Наш телевізійний партнер Panasonic Giga Cinema. Реальна можливість відчути себе поруч з рингом. Вот ще неприятність. Розсечення. Легка, правда, пока, но мы ведь знаем, что Виталий страдает этим. Пока что Сандерс выглядит достаточно свежим. И свежим он выглядит только по одной причине. Этот самый темп. Что там такое? Что произошло? Почему такой рев в зале? Так вот, этот самый темп Сандерсу выгоден, я уже говорил, наверное, повторяюсь. А вы знаете, тут есть еще одна опасность. Второе дыхание бывает открывается у бойца, который, в общем, устает, как будто бы. И потом откуда ни возьмись.
атака Виталія. Самое главное, неожиданно. Нет, есть определенный ритм, конечно, в действиях обоих бойцов. И этот ритм им вредит. На четверть шага ближе бы. Нужны удары в туловище, причем тяжелые, плотные удары. Опустит он руки, никуда не денется Сандерс. Место хлесткий крюк, почти свинг. Вот что опасно. Когда оказываешься рядом с Сандерсом, когда он бьет, вот там на этой дистанции опасно находиться. И надо, конечно, его закручивать. Все-таки ни в коем случае нельзя по прямой отходить. Да, зашагивание вот влево, влево. Никак на исходную Виталий не выйдет для атаки справа. Сандерс уже нахватал порядка. Добивать надо! Добивать! Добивать! Этот шанс может не повториться больше. Трансляції найкращих боксерських поєдинків завдяки підтримці нашого генерального спонсора компанії «Нівіра». Друзья, просто по расписанию все идет. Боюсь загадывать. Мы дали им сроку до пятого раунда. Пятому раунду, по моим скромным подсчетам, должен был устать Сандерс, и он устал. Но устал и Виталий, потому что он даже не успел среагировать на... Вот тот успех. Не терять внимания сейчас очень важно. Потому что Сандерс, который напропускал, он сейчас постарается отыграться. Он понимает, что тянуть ему 12 раундов такого боя совершенно ни к чему не выгодно. И пока он свеженький, вот сейчас после отдыха, нужно его просто в напряжении держать. И здесь бы, конечно, снова очень пригодились бы удары в туловище для начала. Сандерс скорость потерял, но, может быть, еще и притворяется. Вот откидываться нельзя, нельзя откидываться. Виталия
сейчас сил для того, чтобы вырвать концовку. Потому что Сандер сейчас должен остановиться. Нет, нет, не попал Сандерс, хотя выглядело это достаточно увесисто. Держит Сандерс пока что. Молодец. Молодец, Виталий. И он чувствует момент, чувствует. Сандерс идет на обострение уже в последней такой отчаянной попытке достать. Бить, попросту бить, бить и бить. 10 секунд осталось. В очередной раз Сандерс отвешивает в пустоту свой свинг. Два раунда вчистую выигрывает Виталий Кличко. Ничего еще не решено. Абсолютный чемпион. І зовсім не пахне. Новий Power Stride від Gillette Series забезпечує вам сухість та захист завдяки унікальній екстрасильній смузі. Power Stride від Gillette Series – сила екстразахисту. А в ресторані «Тарас» вже літо. Тепло і затишно. На свіжому повітрі вас огортає неповторний аромат літа. Весело співають пташки, чути плескіт води. Ресторан «Тарас» у парку Шевченка запрошує. Samsung X100. Торкнись спокуси. Перевірено часом. Перевірено славою. Перевірено ділом. Іста перевірено. Працює відмінно. Любий, подивимось сьогодні разом футбол. Я й пиво купив. Богдан Іванович, дорогенький, втомились. Ось, розслабтесь. Мамо. Тато, я сьогодні утворі написав, що хочу бути схожим на тебе. Всі вже знають про нову пропозицію UMC Para. Підключайся до UMC та отримуй другий номер безкоштовно, без авансу і щомісячної вартості пакета. Кому він дістанеться? А ще телефони з акційними цінами. UMC. Від мрії до реальності. Кредитування купівлі автомобілів. Правексбанк.
И снова вопрос выносливости выходит на первый план. Высоко. На повторе видно, что высоко. Прицел чуть пониже надо взять. Да, волевой парень этот Сандерс. И снова в эту цель. Надо бить вниз, надо бить под руку. Все сейчас заметили. В таком замедленном, тягучем темпе, но взрыв еще возможен. Самое опасное положение, в которое Сандерс пытается поставить Виталия, это заставить его откинуться. Вот тут он вдогонку и швыряет свой свинг. Жесткий джеб пропускает Сандерс. Опережающий и быстрый. Упустил момент сейчас Виталий. Легко, конечно, говорить. Но траекторию, по-моему, этого опасного удара Сандерса вычислил уже Виталий. Если не зевнет, в общем... Очень правильно поступает Виталий, когда идет на противника, идет в клинч. Да, похоже, удары Виталия Кличко потеряли остроту. Усталость все-таки. Но он-то как раз делает гораздо больше противника. И действует гораздо изобретательнее, чем Сандер. Трансляція за підтримки торгової марки «Чернігівське» українського партнера братів Кличко. Сейчас пойдет восьмой раунд. И снова сакраментальный вопрос. Вопрос о выносливости. Сандер заявил перед боем, что да, я думаю, что... Бой кончится нокаутом и долго длиться не будет. Я выиграю, хотя я и готов и к 12 раундам. Не знаю, друзья, как у вас, у меня складывается такое... Наверное, ложное впечатление, что раунды короткие, а перерывы длинные.
как бы тут была нужна вот эта вот атака. Правый, левый, правый. Не успеет Сандерс ничего предпринять от длинной атаки. Он, в общем, избрал тактику для себя очень эффективную. Он понимает, что высокого темпа ему не выдержать. Он ничего не делает до половины раунда. Нельзя идти у него на поводу. По крайней мере, его нужно держать под огнем все время. Опа. Молодец. Прекрасно. Очень жалко, что камеру нельзя на мгновение перевести на Ленокса Льюиса. Вот посмотрели, какие там озабоченные лица. Но Сандерс здорово держит, черт возьми, удивительно. О! Мимо, мимо и мимо. И очень хорошо, что мимо. Сейчас нужно его брать здесь. Да, молодец. Молодец, добивать нужно. Просто надо добивать, не пускать его тут. Силы оставляют Виталия, конечно. Чувствуется, не забьет так. Выбрасывая руку по инерции. Вот это характер. Добивай, Виталий. Тут уже... Фантастика. Да чего же здорово держит Сандерс. Немиров. Абсолютный чемпион.